Аквапарк. Сейчас сходим в него, покатаемся. Посмотрите, какой детский аквапарк большой. И рядом есть полоса препятствий. И дети на высоте проходят ее. Я думаю, это очень интересно для детей. Ну что, вот мы с вами на самом верху. Конечно, дует сильный ветер. Не знаю, будет вам слышно или нет. Я уже прокатился на двух горках, сейчас покажу на каких. Вот на этой прокатился, это, конечно, незабываемые эмоции. И на вот этой вот черной попробуем эту горку. Надеюсь, не вырублю ее. Как прошло! Вот, помедленнее. Хруть какая! Крутые горки, новенькие все. Обалденно. Ну что, три горки опробованы. Сейчас попробуем вот эту водную горку крайнюю. Там вроде никого нету. А, там отдельный там бассейн. Ну что, поехали. О, медленно начинается я. Издевательство. Короче, очень медленная горка. Закручено хорошо. Надо было толкнуться, наверное. Вот это же нормально. Илья, давай. Опробовал для вас вот эту вот горку. Надо отталкиваться хорошо, иначе очень медленно едешь. А так прикольно. В конце такие завороты крутые, как на санках зимних на соревнованиях. Тоже так быстро-быстро. Вот эта горка. Сейчас будем с вами штурмовать вот эту водную горку. Ну, ребята. Крусь какая, блин. Ну, стрёмно, ребят. Реально страшно. Ну, я скажу, круто, но страшно. Реально страшно, выкидывает так. Короче, я визжал, извините. Ну что, попытка номер 4. Давай. Ну, так называемый унитаз мне очень нравится. Когда тебя головой постоянно, и ты пытаешься на ногах выкрутиться как-то, чтобы не упасть головой, а тебя все равно вверх тормашками хлоп в воду. И ты такой, не понимаешь, как ты здесь оказался, как выплывать. Интересный аттракцион. Рекомендую. Покажу вам его. Вот он. Вот эта вот штука, если у вас есть в отеле или в этом отеле будете. Крутая. Ну и давайте попробуем эту. Ого! О-о-о. Ну так, нормально. У-ху. И финишная прямая. Здесь
эти так ехали безобидно, кажется медленно, но эта горка тоже достаточно быстрая. Побыстрее даже, чем вот та левая крайняя, по которой я ехал. Там я чуть ли руками не отталкивался в определенные моменты. Я попробовал все взрослые, кроме нижнего ряда. Ну, там такие простенькие, тоже съеду обязательно. Хочу сейчас зайти в детский аквапарк и поснимать полосу препятствий, потому что, ну, я, конечно, не ребенок, но я думаю, вам будет изнутри интересно посмотреть на это, на все дело. Аккуратней. Наверху ракушка, она каждые пару минут, минут пять, наверное, и так обливает все здесь круто. Глубина здесь 35 сантиметров. Ой, вода. Вот видите, чух. О, ракушка излилась. О. Здесь у нас веревки. О, о, как он поливает. Ой, ладрыга. Вот одна горка. Здесь прохладнее. Смотрите, что здесь творится. О, зубарь какой. Фу, акула. Детская для малышей совсем. Те, кто постарше, поднимаются выше. Все здесь хорошо сделано. Резиновое покрытие хорошее. Вот одна горка для деток. О, пистолет. Можно пополивать детей. Идем дальше. Ну там дубарь, конечно, так заливает. О! Вот я попал под это тоже. Смотрите, ты можешь пострелять. У-ху! И здесь, смотрите, вот еще одна водная горка уже для совсем тех, кто любит по экстриме. О, малыш лицом, круто. И поехал. Ну что я могу сказать? Детский аквапарк крутой. Сейчас будет. Увидели, что было, да? Крутой, мне очень нравится. Дети будут просто в диком восторге. Он высокий, метров 4, наверное, где-то высотой. И вот эта большая водная горка сверху, которая находится, для детей, ну, 5-6 лет, но они, конечно, будут отрываться тут. Пойдемте сходим еще на полосу препятствий. Интересно, меня эта водная горка выдержит, если я по ней съеду. Круть. Так, что здесь у нас? Смотрите. Это мой пистолет, который я повернул сюда, пушку. Бочки. Крепкие. А, типа сюда заходить внутрь нельзя. Вот, смотрите, здесь на какой высоте идут. Ну, да, это, конечно, опасно, но тут надо смотреть за детками. Ну, вообще, это еще закрыт аттракцион. Видите, здесь ленты. Но дети лезут туда. И для того, чтобы безопасно, конечно, передвигаться, там есть трос. Ваши дети одевают специальный обвес, на который цепляется к тросу, и они идут по нему. Но они лазят так. Поэтому надо быть очень аккуратно, потому что можно, конечно, получить травму. Ребят, если вы будете с детьми в этом отеле, то я очень по-хорошему завидую вашим детям, потому что здесь, если вот это вот будет работать, ну, оно будет работать, они смогут оторваться вот по полной программе. Такая экстремально в воде крутая штука, очень круто. По погоде сейчас в сентябре мне гораздо комфортнее находиться в Турции, чем в июле или в мае, потому что я отдыхал и во все эти месяцы, и в октябре, и в сентябре. И летом в июле очень жарко, ты там 40 градусов, и ты просто умираешь. А в мае, в апреле, когда как повезет, иногда жарко, иногда холодно, и тогда не покупаешься в море. А сейчас и вода прогрелась хорошо, и в то же время нету этой жары, и ты очень комфортно, то есть и ветер такой, он теплый, обдувает тебя, ты выходишь с аквапарка, через 15 секунд, ну, ты не чувствуешь дискомфорта от холода какого-то.
Ну что, друзья, у меня впечатления от посещения аквапарка остались только впечатлительные, положительные. Время работы с 10 до 12, потом обед до 14, с 14 до 17. Вот сейчас уже без 5 и уже не пускают на горки. Как и в любом аквапарке, есть какие-то водные горки более медленные, тормознутые, вроде бы они, кажется, такие закрученные, ты думаешь, вот сейчас ты тут катнешься, но на самом деле на них можно застрять, застреваешь, там отталкиваешься руками. Но здесь такая горка, это вот одна крайняя, где вдвоем можно кататься. И у меня была хохма такая, я еду, и они воду выключают. Я на середине горки останавливаюсь и все, стою. Ну, воду потом включили, меня вода вытолкала. Чтобы попасть в аквапарк, нужно перейти мостик над дорогой, вот такой вот, идете, переходите, и вы оказываетесь в аквапарке. Тут есть свой ресторан, где вы можете покушать, напитки, я так понимаю, тут есть и туалет. Сейчас пойдемте в бассейны, посмотрим с вами. Это у нас ресторан возле бассейна, снэк-бар так называемый. Быстренько вам покажу, что здесь есть. Здорово. Пицца. Пита. Картошка фри. Здесь делают шаурму, соевый соус, соус, вернее, томатный, и мясо. Судя по всему, это телятина. Так, здесь ничего уже нету. Здесь были луковые кольца еще, баклажаны обжаренные в пляре. Наггетсы, луковые кольца. А здесь картошку делают, видите, накладывают вам, что вы хотите в нее. Круто, да? Майонез. Фрукты и мороженое. Мороженое целый день. Бар. Детский бассейн 40 сантиметров, а этот бассейн 1,40 м. Поплавал в бассейне, посмотрел, ну, грязновато, мусора есть немножко, поэтому, ну, как в любом бассейне, к концу дня плавает всякий, они, конечно, чистят его в конце дня, ну, на следующее утро, как правило, и тогда он чистый, то есть дно чистое, все чисто, ну, плавают там где-то бумажка плавает, где-то волос видно плавает, а так бассейн хороший, вода теплая.